меняют железобетонные плиты, укрепляют опоры, латают деформационные швы. В Ульяновской области идет ремонт искусственных сооружений. В этом году в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» включили 14 мостов. Все они связывают населенные пункты с районными центрами, через переправы проходят школьные маршруты. Жители села Архангельское Сурского района давно ждали реконструкцию моста. Через него проходит трасса Сурская-Дрожжанная, поэтому и нагрузка большая. Производится капитальный ремонт моста через ручей Белый Ключ. Выполняются такие виды работ, как бетонирование консольного участка ОМК. На участке работают 12 человек личного состава, 2 единицы техники. Работа производится согласно календарному графику. Работы идут и в Сенгилеевском районе. Преображение ждет мост через реку Тушенка недалеко от села Тушна. На время ремонта на мосту организовано реверсивное движение. По проекту переправы должны выдерживать нагрузку в 11,5 тонн на ось. Это необходимо для безопасности дорожного движения. На данный момент на объекте ведутся работы по демонтажу балок пролетного строения. На объекте работают 6 человек и задействованы 2 единицы техники. Все работы ведутся согласно графику производства работ. За время эксплуатации на мостах появились множественные дефекты, которые угрожали безопасному проезду транспорта и проходу пешеходов. В некоторых местах наблюдались разрушенные балки пролетных строений, поэтому к ремонту подходят основательно. Обновляют опоры, расширяют проезжую часть, меняют железобетонные плиты, восстанавливают заборные стенки. Общая протяженность объектов, где выполняют реконструкцию, составляет 480 погонных метров. Анна Тищенко, Улправда ТВ.